Это прям сюжет для книги Лукьяненко. Москва исчезла с карты России. Конечно, изменится Россия. Я москвичка коренная, я здесь родилась и выросла. И я совершенно не представляю себе страну без Москвы. Более того, я даже не представляю, если столица будет в другом городе. Да. И несмотря на то, что это очень сложный город, в нем трудно жить, трудно творить, но я его люблю. И поэтому мне даже трудно помыслить, что его нет.